Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Так, нам нужно попасть с тобой в 17 ранг. Будем играть сегодня, наверное, за зомби. В прошлой серии поиграли немножко за растения. Так, кого возьмем? Ну, давай, например, бесячество. Выбрать. Но, как говорится, была не была. Посмотрим, что у нас из этого получится. Так, поиск соперника, как всегда, у нас задерживается. О, нашли. И мы против... Ё-моё, она меня по рангу выше, зеленая тень. Да-да. Ну что же, давай поти... Ох, ёк-макарёк. А не слишком ли много зомби-то мне дают таких? Угу. Пропускаем пока ход. Пенек. Интересно. Так, ну что мы с тобой сделаем? Ну давай. Пока ничего. Потерпим чуть-чуть, да? Хотя можно было бы влепить сундук. Отлично, давим. Так, а теперь будем вызывать что? Наверное, вот так сделаем. Ты посмотри, он опять за свое, а? Еще и 5 единиц по линии. Храбро. Так, ладно, ребята. Что нам теперь сделать? Хм. А давай, наверное, сделаю... Ага, так не получится. Ну, давай еще разок поставим зомби. Это плохо. Ладно, поехали. Что дальше делаем? Короче, мы, наверное, сейчас уничтожим с тобой этого. Или же нам лучше сделать... Блин. Давай, короче, вот так вот. И вот так. Во, то, что нужно. Посмотрим, что он будет здесь вытворять. Растение получает плюс 3, плюс 3. О, даже как. Хм. Ну, погнали. Плевочек. Так, у него всего две карты осталось. Всего лишь две карты. Ну что, здесь мы сделаем с тобой тогда вот таким вот образом. А здесь вот так. С усами такой. Ну и что дальше? Оу. Понятно. Так, ребята, у него скоро сработает защита, и это будет плохо. Это будет плохо. Ну давай я сделаю вот так вот. И пока все, пока больше ничего не будем делать. Смотрим, что он тут предпримет. Возможно, нам придется его убирать. Возможно. Хм. Смотри, что творит, а? Ты гляди-ка, что он тут вытворяет. Но мне в любом случае придется его убрать. Так, давай. Пошел отсюда. Срабатывает у него защита. И что там?
А у него ничего. Опа. Замечательно. Он все равно на своем, да? Ладно. Получает двойной удар. Еще и заморозку делает. Так, ладно, друзья мои. А одного зомби нам не поставить, да, получается? Так, ну что мы с тобой, наверное, сделаем? Вот так вот. Зачем? Зачем я это сделал, ребят? Так, надеюсь... Ага, защита не сработала. Вот что нам нужно, да? Вот это нам пригодится. Опачки, волшебный росток. Ха-ха, смотри, что делает. Поехали. Так, это мы убираем отсюда. У нас с тобой срабатывает, естественно, защита. Так, и мы с тобой, наверное, сделаем вот так. Замечательно. Короче, меняем здесь, да? Давай вот так вот сделаем. Ландшафт поменяем. Ты серьезно? Ладно, как скажешь. Давай, наверное, бомбанем в лицо ему. А здесь вот так вот сделаем. А тут вот так. Поехали. У него, правда, защита может сработать. Нет. Ничего у него не сработало, друзья мои. Мы побеждаем. И, соответственно, переходим уже на следующий ранг. Бесенок радостный, как никогда. Ну что же, шикарно. Продолжаем. Так, мы выиграли с тобой. Ага. Нанести 30 единиц урона героям. И сыграйте 3 гаргантюа. Три гаргантюа, да, значит. Ну что, давай попробуем сыграть теперь за... Вот за этого. За замеха. Я, правда, не посмотрел, какая там у него колода. И кто нам, интересно, достанется из противников. Блин, с повышенным рангом. Цитрон. Собственной персоной. Хм. Ну давай, допустим, я сделаю так. Вот мне почему-то тяжело играть за Цитрона. Но когда против меня играют, это, конечно, жестко. Так, плюс 5 к здоровью, да? То есть мы с тобой можем укрепить этого зомби. Ну что, кого ты там выставлять будешь? Никого. Пропускаем. Опа. Орех, друзья мои. Что же ты хочешь сделать, а, друже? Что же ты хочешь сделать с этим орехом? Ума пока не приложу. Опа, отлично. Блин, сюда, знаешь, что не хватает только? Тренера поставить. Слушай, что он на орехах-то? Ну, мы их уберем с тобой, это понятное дело, вот, на следующем ходу. На следующем ходу я попробую их убрать. Если я выставлю этого, это будет плохо. Наверное, нам лучше подождать. Какая-то у него... Ореховая колода получается.
Опа, делает неуязвимость. Давай-ка мы это все с тобой уберем. И поехали. Срабатывает защита. Там, скорее всего, взял он неуязвимость. Мне почему-то так кажется. Ну что, сделаем вот так туда. И вот так. Интересно дальше посмотреть, что будет. Рикошет этого, да, делает? Понял. Отрикошетил одним словом. Хорошо. Так, а что мы можем с тобой сделать, если даже его вызвать? Это не вариант. Вот так вот, это будет уже другое дело. Пока все. Ух ты. Ты гляди-ка, что он сделал, а? Поехали. На тебе. Блин, у него защита эта сработает скоро. Так, нам, наверное, надо будет убрать с тобой. Ну, если я вот так поставлю, фиг с ним. Посмотрим, будет он его уничтожать или нет. Ага, все-таки на бобовых, ребята. Ты понял, что он творит? Так, друзья мои, мне как-то можно его... Блин, он звезданен, да, здесь? Я могу единственное, что сделать, это понизить ему атаку на 2. Поехали. Только не говори, что ты сейчас будешь ставить свою защиту. Да, ребята, он делает неуязвимость. И это плохо. Но зато он ее потратил. Так, двигаемся дальше. Так, я пока здесь ничего не поставлю. Задумался Цитрон. А ему остается сколько нанести? Всего лишь 8 единиц урона. Началось. Еще одного, что ли, хочет поставить такого же? О! Вот ты как, да? Так, друзья мои, ну здесь уже надо будет делать что-то посущественнее, да? Это что у нас превращает зомби в случайного, да? Так, этого, да, этого трогать даже не стоит. Что, погнали? Угу. Так, замечательно, друзья мои, замечательно. Иди отсюда. Ждем. Что-то задумался, парнишка. Что-то задумался. Так, у нас с тобой есть, ну, в принципе, 2 заклинания. О, как делает. Ты гляди-ка. Так, ну что, 4 единицы урона ему надо нанести, да? Хм. Да мне пока нет смысла ничего тут ставить. Погнали. Так.
И 4 в лицо. Блин. 5 защиты у него сработало, а? Ты посмотри. Выставляет стенорех. Все на этом, надеюсь. Так, ребята, мы можем здесь, в принципе, хильнуться. Так, хильнулись, да? Так, при появлении сверху. Ладно, сделаем вот так вот. Этого мы можем раздавить. О-о-о-о-о, тихо-тихо-тихо, парень. А видишь, что творит? Превращает случайного зомби. В кого? Ну вы издеваетесь, что ли, блин? Давай вот так вот сделаем. Оу, слушай, отлично. Теперь сделаем вот так вот. И вот так. Поехали. Ну, я думаю, что все, друзья мои. Крышечка тут ему приснилась. Карту, карту, карту давай мне. Все, он сдался. Великолепно, друзья мои, великолепно. Цитрон сфейлился. Все-таки у него была колода на орехах, как ты видишь. Но это ему не помогло. А мы с тобой добираемся уже до 18 ранга. Так, тут 20 гемов и тут еще 30-ник, короче, получаем по гемам. Эть, круто, 545 гемов. Так, ну что, друзья мои, давайте сыграем теперь, наверное, за... Ну, за разгрома-то. Как же за него не сыграть, ребят? Это мой один из ведущих героев именно среди зомбятины. Надеюсь... Блин, Роза. Вот как раз с Розой-то мне фигово драться здесь. Она 100% будет на заморозках. Это что еще за колода у меня взята? Ё-моё, ребята, это совсем не та. У меня колода на спортсменах, а тут привидение с какого-то перепуга взялось. Ну ничего не поделаешь, придется играть. Ох ты. Подсолнышек, ребят. Что-то странное. Ладно, допустим. Давай вот так вот сделаем. Наверное, будет уничтожать мне моего привидения. Вот так, видишь, делает. Ну, зато потратил куст этот терновый. Тут всем, наверное, понятно, что мы будем делать. Ну, он энергию, конечно, тут заберет. Так, есть у нас еще кое-что с тобой. Ну что, тут, наверное, вылупляем вот так вот. Но у него 5 энергии, об этом тоже не стоит забывать. Что-то он трясется так за этих, за своих, да? Что-то он трясется за своих. Давай так сделаем. Но 3 в лицо все равно получаем. Так, энергию все дает ему, все дает. Слушай, а может быть нам... Давай, наверное, вот так вот сделаем. Отлично. Так. У него карт мало, но у него очень много энергии. Раскатать может по полной программе. Так, ребята, вы поняли, да? Парень играет на заморозках. Точнее, это есть новая колода, смесь, заморозка там идет, еще что-то. Так, ну что, тогда мы с тобой сделаем вот так. И пока все. Сейчас у него могут быть этих... Уничтожать зомби. Вот так вот. Что же мы тогда с тобой сделаем? Наверное, вот этого уберем отсюда. Поехали.
Так, минус подсолнух. Энергию больше он брать не будет дополнительную. Вот. Так, мы с тобой, наверное, сделаем вот так вот. Ага. Ну и вот так вот. Не забывай, что у него будет сейчас зомби, который может Опа, тыква. Тыкви-крышка, ребята. Нет? Я вообще-то думал, что ты уничтожаешь ягоды. А получается, что нет. Так. Давай сделаем вот таким вот образом. Надеюсь, не прибьет кабачком очередным. Скорее всего, прибьет, ребята. Так, ну что, поехали. Угу. Сейчас превратит в козла. Да-да-да, скорее всего, превратит в козла. Ну а у нас что остается? Мы можем... Но здесь мы, по крайней мере, с тобой еще выживем. Урон получим, но выживем. Так, давай думать. Что нам здесь делать? 4, 4, 8, да, получается? Если мы сделаем с тобой вот так вот. И вот так. Плюс нам достался козел, которого я никуда поставить не могу. Ого. Так, это что-то новенькое, друзья мои. Он еще и захиливается. Так, поехали. Он, значит, здесь собирается захиляться, да? По полной программе причем. Ну, слушай, тут надо уже что-то делать. Серьезное. Так, во-первых, сделаем вот так вот. Это раз. Так, четыре. Давай сюда поставим. Йети. Так, пока все. Все, ребят, это крах. Проиграл. Офигеть. На каких-то вонючих тыквах сфейлился. Просто... А, подожди, еще нет. Еще не проиграл. А, вот сейчас проиграли. На каких-то сфейлился тыквах, прикинь. Вот на чем, но не подумал бы, что можно вот так вот. Во-первых, ребята, колода. Я не знаю, что это за колода. У разгрома у меня была взята. Так, это тоже неподходящее. Подожди. Разгром, покажи, что ты там. Так, подожди-ка, это случайно... Что-то я не могу понять, а где моя колода, которую я обычно использую? Ладно, давай попробуем сыграть с этой колодой. Не знаю, что из этого выйдет. Погнали. Так, нам нужно сегодня, ну, попытаться, может быть, до 19 ранга добраться. Попытаться. Опа. Заметь, стали давать повышенный ранг мне. Тут, я не знаю, ребят, наверное, вот это убрать, может быть. И вот это. Ха, вирус. От вируса фиг ты избавишься, да? Пропускаем ход. У нас нету первого хода. Единственное, что я могу поставить, ландшафт. Плюс есть у меня отхилка. Ну, тратить пока не будем. Может быть, он сейчас выстрелит в лоб. Это ей. Хм. Поставил кувшинку туда. Давай я вот так вот сделаю. Кого он хочет сюда поставить, а? Какое растение? Какой-нибудь горохострел? Да? Может же быть такое.
Пока у меня есть тренер. Один. Зеленая тень, ты что спишь? Опять нервы мотает, да? Думает, ну, может быть, думает, правда, над комбинацией такой бывает. Опа, бананчик позвал. Мы его переместили, и мой этот тоже за ним же побежит. А он делает заморозку. Так, я, кажется, понял, ребята. Колода на заморозках, так что ли? Ладно. Ну, здесь мы, наверное, с тобой все-таки будем уже применять спрей. Скорее всего, будем применять спрей. Сейчас посмотрим, кого он тут выставит. Или же вирус. Тут одно из двух. Но вирус выгоден. Что? Убрать решил. Так, ребята, используем спрей тогда. Поехали. Да, что-то вируса у меня тут дофигища. Пропускаю ход, короче, здесь. Бананы. Тратит, ребята, бананы, это хорошо. Так, один плюс безумие, да? Видишь, что творит? Все-таки заморозки у него, ребята. Должны были быть заморозки. Ладно, я потрачу здесь один вирус. Сумоист мне достался, да? Мне достался сумоист. Так, сделаем, наверное, вот так вот. Отлично. Плюс вот так. И вот так. Опять свои бананы. Фига он там их затарил, прикинь. Так, ну этот переместится сюда, это понятно. Опять своей кувшинкой. Кувшинка, да, значит? Иди-ка сюда. Понеслась. Так. Этого жалко не добьем. Но ничего страшного. У нас есть против этого гаденыша. Вот такая штука. Опа, и все. Теперь будет свои бананчики тратить. Естественно, потратит сюда. Один из бананов. Ну, я имею в виду из банановой ракеты. И все. Все, что он сможет сделать. А, еще может кого-то поставит. Вот, я тебе говорил, что он потратит. Ух ты, все-таки заморозки, ребята. Все-таки он решил на заморозках. Ну что? Сейчас будем смотреть, кого он будет выставлять. Мы можем, в принципе, с тобой поставить здесь спортсмена. А можем просто-напросто уничтожить его, верно? Но я пока не хочу, я сделаю его так вот. Посмотрим, если у него будет кабачок. Оу-оу-оу-оу. Ты понял, что он делает? Ну-ка. Блин, у него еще защита, блин, сработает сейчас. Раз, два. Так, у нас с тобой хорошо, что есть хилочка, да? Если он думает, что он с этим останется здесь насовсем, то ты, парень, ошибаешься. Все.
Наносит 5 единиц урона. Хорошо, давай, трать. Воу. Ты понял, что он сделал? Поехали. Крышкой тебе, парень. Дождался. Вот этот противный, конечно, чувачок, на самом деле. Забирает всю энергию, которая у тебя остается. Но мы его, короче, сделали. Так, хорошо, давай за кого-нибудь поиграем теперь. Ну, давай, наверное, вот так вот. Давно не играл, друзья мои, за супермозг. Вспышка на солнце против нас. Окей, вспышка так вспышка. Ох, ёк-макарёк, что у меня за колода? Ладно, оставляем. Я, наверное, пропущу ход. Не хочу пока тратиться. Понял? В лицо. Не терпится ему, бьет в лицо, ладно. Так, ну что, друзья мои, теперь делаем вот так вот. И вот так. Хорошая карта выпала. Хорошая выпала мне карта. Гриб. Ага. 4-2. Че, неужели он решил на грибах сыграть? Если я сюда поставлю. Ну да. Наносит 3 единицы урона. Ну блин. Так, вся надежда на... Ага, вот. Вот так вот сделаем. Защитушка. Так, что теперь будем делать? Ну, я предполагаю, как вариант, нам надо сделать, наверное, вот так. Смотрим. 100% грибная поляна у него должна быть. А дальше что сделаем? Можем позвать этого. 6 энергии, да? А можем позвать сразу динозавра. А можем поставить этого. И еще у нас будет вот такая... Ох ты! А вот это плохо, это уже хуже, друзья. Это уже хуже. Он сейчас будет бомбить. Видишь, что творит? Охотничьи угодья. Ладно, я сделаю, наверное, вот так вот. Ну, как вот это называется, а, друзья мои? Как это называется? Выберите, куда переместим зомби. Естественно, переместим мы его сюда. И все. Хотя на самом деле... Так. Вся надежда, ребят. Последний оплот. Он ему еще энергию дает. Ну что, тогда ставим сюда. Че он там делает? Грибную поляну свою? Угу. Так, погнали. Срабатывает блок. Мы с тобой берем две карты. Замечательно. Так, ну что, нам надо поменять вот этот ландшафт.
В любом случае. Вот так пока оставим. Ты заколебала, а, жаба. О, все, ребят. Прикинь, прям все ему хватило. Да, замех, что-то ты меня подвел. Но все равно, ребят, пока я... А, нет, это не замех. Это у нас супермозг. Арена. Написано арена почему-то там. Пока не выиграем, ребят, не успокоимся. Должны. Потом попробуем, наверное, за... Может, за Йети? Ну, за Йети я вообще, ребят, сколько я играл за заморозга. Никогда не выигрывал за него. Что-то долго у нас ищет-то соперник-то. И года не прошло. Кто-то нашелся. Ребята, это Роза. 5-го ранга. Угу. Ну, давай вот так вот попробуем сыграть. Тут нам нечего ставить. Опа. Началось. Терпеть не могу, когда вот этот вот хмырь появляется на воде. Давай так сделаем. Так, что нам дальше с тобой сделать? Этого поставить? Давай вот так вот сделаю. И вот так. Вот, спасибо. Ха. Неужели прочерки здесь пойдут? Ребят. Скорее всего, пойдут прочерки сейчас. Превращает в козла. Потратил. Так, ну чё? Давай сделаем так. Не стал транжириться, да, я так понимаю? На... Мы оставим. Окей. Я думаю, ни для кого не секрет, что будет следующим у нас. Смотрим. Восстанавливает. Ну, восстанавливает, восстанавливает. Подсолнух поставил сюда. Так, ну что, 5 в лицо ему уже гарантировано. И козел. На. Так, смотрим, кого-то сейчас. Так, он замораживает, по-моему, да? Заморозка у него есть. Так, пропускаем ход, смотрим, ребят. Заставить хочет все здесь, да, ими? Делает заморозку. Так, а ты не в курсе, что я вот этого сейчас уничтожу? Ну вот и все, ребята. Парень доигрался. Смотри, что мы с тобой сделаем. Так. Плюс ко всему сделаем вот так вот. И вот так. Поехали. Ах ты, зараза ты мелкая. Чего он там превращает случайно в зомби? Отлично.
Так, ну что, друзья мои, сделаем вот так вот. И вот так, наверное, сделаем с тобой. Смотрим. Ага. Зомби получает минус 2. Уничтожил. А, даже так. Давай бомбанем, фиг с ним. Ну вот и все. Вот ты, парень, и доигрался. Отлично сыграно, ребята. Могильщики меня, как всегда, не подвели. Да, это, кстати, была колода на могильщиках. Так, нам еще надо. Надо еще сделать поединочек. Так, ну что, теперь сыграем мы за заразительное сальцо. У нее только лишь одна колода, ребята. И то я не помню какая. Смотреть не будем, так интереснее. Играть за него, конечно, интересно, но сложно. Так, пусть соперник опять у нас почему-то затягивается. Нашли. Ага, 7-го ранга мне дали. Это Бонг Чой, собственно, персоны. У них из крайности в крайность, да? То они дают маленьких, то дают, наоборот, больших персонажей по рангу, короче, так. Что, у меня есть охотник. Есть охотник, можно, в принципе, начать с него. Ничего не стал делать. Значит, у него суперудар, который наносит по 2 единицы по земле. Давай сделаем вот так вот. Вот это ты хорошо сделал, парень. Вот это ты. Ну как хорошо? Относительно хорошо, потому что... А мы же можем наказать его, да? Насколько я помню. Пропустим ход здесь. Наносит бонусную атаку. Смотри-ка, что делает. Вот так вот мы с тобой сделаем здесь. Шикарно. Шикарно мы его накололи. Вот что я тебе могу сказать. Так, у него сработает защита. Ага, вытягивает. Вот этого, да? Но это все фигня. Так, срабатывает защита. 100%, наверное. Странно. Зомбобот мне выпал. Хм. И ничего, да? Я тратить, наверное, не буду, ребят. Но нет смысла. Если я вот так вот сделаю. Ах ты. Смотри, что делает. Угу. Пошел, пошел, да, прокачивать своих. Ну, поехали. Ты понимаешь, что этому крышка в любом случае будет. Так, зомбут еще пока рано. Ребят, сколько мы наносим? 2 единицы урона, да? 2 единицы урона. Превосходно. Сейчас, правда, он тут наплодит.
много кого. Ты заколебался своими стручковыми, эй. Так он что, всех что ли прокачивает? Че, наверное, вот этого убрать нам надо будет или как? Хотя, постой, лучше мы сделаем с тобой вот так вот. Так оно будет повеселее. Так оно будет повеселее. Поехали. Тюм, на, лобешник. Так, 8. 8 энергии, ребят. Медик. Ну, давай поставим медик сюда. Ты задостал, а? Ну, поехали. Так, залечиваем раны. Ну, в принципе, можно вот этого уничтожить. Все, ребят. Сами все прекрасно видели. Захотел на этих говнюках тут выкрутиться, но не тут-то было. Мы его разобрали. И переходим, по-моему, да, на 19-й ранг. Так, ну что, давай попробуем тогда до 20-ки сегодня добраться. Нам нужно теперь определиться. Сыграем. А что если вот так вот? За бессмертие. Я за нее, ребята, не играл 1000 лет, так же, как и за Нептусь. Поэтому не обессудьте, если будем проигрывать. И мне достается цитрон опять. Ну что же, давай посмотрим. Что-то какие-то у меня тут карты несуразные, если честно. Ладно, охотника вызовем. Опа. На стручках, да, значит, ты, парень, решил отыграться? Я тебя понял. Замечательно. Так, дальше что? Давай вызовем охотника. У него 100% бобовые. Опа, никого не стал делать. Ха. А если я вот так вот сделаю? Уничтожает надгробие, понял? Так что, ребята, у него есть надгробие. Выжидает, естественно, колоду. На стручки свои. Давай вытянем карту, посмотрим, что нам здесь выпадет. Ну, для защиты на воде, в принципе, пригодится. Орех. Так, охотник, ты же будешь его? Будешь. Ну, ёпрст, блин, еще и защита срабатывает, а? Йети ульпетывает. 100% у тебя там дофигища надгробий. Ох ты. Еще и делает неуязвимость, да? Это плохо, ребята. Давай так выстрелим. Поехали. Угу. Что мы с тобой можем замутить? Давай вот так сделаю. И вот так. Прекрасная карта выпала.
Всех землян, всех... Ой-ой-ой-ой-ой. А вот это, друзья мои, не есть гуд. Ты сам видел, да, что произошло? Так, как мне его уничтожить-то, а? А мы пропустим пока с тобой ход. Трындец, ребята, опять подколол, а? Со своим этим патиссоном. Я хотел использовать вот это вот заклинаху. Ну ладно, защита сработает. Так, все зомби, все растения получают. Окей. Такс, ну что же. Давай сделаем так. Угу. И вот так. Что он тут сейчас зам... Он, наверное, сейчас... Ох, ё-моё. Ребята, ну вот посмотрите. Вот это вот все легендарные карты. Понимаешь? Звездочка, вот это... У меня нету таких карт. Вообще ни одной легендарной карты нету. Да, за бессмертие не получилось сыграть. Ладно, хорошо, давай попробуем за Нептусь. Опять же, не будем смотреть, что у нее там за колода. Ну, почти на равных. Мы против Хаппи играем. Что-то я не понял, тут что, спортивная колода, что ли? Нептусь, у тебя спортивная колода, да я не поверю. Так, пропускаем ход. Ага. Делаем так. И вот так. Спасибо. Неплохая карта выпала, кстати. Вот ты как решил, да? А зачем ты усиляешь этот орех? У тебя колода на орехах, что ли? Я не пойму. Так, ребят, естественно, следующий ход я, наверное, буду пропускать. Я его пропущу. Ха-ха. И? Вот как хорошо, ребят. Вот это я понимаю. Бонус на атаку наносишь. Смелый парень. На тебе тогда еще в табло. Так, друзья мои, что дальше? Дальше мы, наверное, сделаем с тобой вот так. Слушай, ну неплохо. В принципе, ребят, неплохо. Потом надо успеть поставить тренера. Все, он сдался. Он, видимо, понял, что тут спортивная колода, и бороться там бесполезно. Так, я сегодня до 20 ранга доберусь или нет, а? Друзья мои, скажите-ка мне на милость. Ну, за Нептусе, грубо говоря, мы толком не поиграли, мы не поняли. Давай попробуем. О, тут даже вообще, ребята, у нас даже недоборы в колодах. Профессор Мозг-атака. Блин, взять кровавую луну, что ли? Ну попробуем, давай сыграть разочек-то. От нас не убудет. От нас не убудет. И это, ребята, вспышка на солнце. Ну, не знаю, посмотрим сейчас. Вот это уберем. Вот. Начало вроде бы неплохое. Есть первый ход, есть второй, третий. Ну а там дальше мы уже повытягиваем карты.
Но вспышка на солнце тоже не забывай, она не просто так. Сейчас будет своим солнечным ударом, наверное, бомбить. Прилетит или нет? Конечно. А, банановая бомба у тебя есть. Так, а это уже интересно, друзья. А если я вот так сделаю? Ха. Ну, допустим. Давай вот так теперь замутим. Но ведь ты не убьешь. Или убьешь? Поехали. На. Получи. Угу. Погоди. Вот так хочу сделать. Грибы. Опа. Опачки, друзья мои. Что-то новенькое. Давно я вот этого грибочка не видел, чтобы кто-то за него играл. Ладно, фиг с тобой. Что мы здесь с тобой сделаем? Мы с тобой сделаем вот так вот. Чпок. Ждем дальше. Ничего нету, да ладно. Получи тогда 6 в лицо. Ай, сработает. Сработает у него, ребята, блокировка. Защитка, он, естественно, что-нибудь вытянет. Ох ты. Все растения получают плюс 2. Серьезно сейчас. Ну что же, сделаем тогда вот так. Ну и вот так, наверное. А, все. Ну давай вот так вот тогда сделаем. Фиг с ним. Защита срабатывает. Все зомби на земле получают минус один, минус один, да? Или что у тебя там? А, размещаешь шампиньонов на случайных линиях. Тоже неплохо. В общем, ребят, не получилось у вспышки на солнце поиграть и разыграть, так сказать, грибную эту поляну. Ой, спасибо тебе большое. Ты освободил место под гаргантюашечку. Все, крышка тут, ребята, ему. Ну вот, обещал попробовать дойти, ребята, до 20 ранга и, в принципе, сделал. Ну, 2 проигрыша и сколько там у нас? 5 или 6 выигрышей. Я считаю, что это неплохой результат. 20 ранг. 20 гемов и еще 150. Прекрасно. Ну что, друзья мои, а на этом я, пожалуй, сегодня буду заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.